Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Начинаем, как всегда, с ивента. Хотелось бы посмотреть, что там за задание. Надеюсь, мне не надо будет выбирать растения, и все будет в автоматическом режиме. Короче, я должен сохранить вот эту вот фасолину пружинистую. Так, показали нам, что будут гаргантюа идти. Так что, друзья мои. Ага. Так, у меня 3 стрелы уже под удобрением. И это круто. И это, ребята, круто. Так, давай вжариваем. Удобрение выпало. Так, а что, я тут одними 3 стрелами буду играть, что ли? Получается так. Так, подожди секунду. Мы прикроем, наверное, здесь. Слушай, ну таким макаром мы с тобой вообще пройдем без проблем, согласись. Так, тихо, родные мои, куда вы прете все, а? Куда вы все разогнались? А ну-ка, влупляем. Конкретно разносим их всех в щепки. Так, дай-ка я сюда, наверное, тоже фасоль эту пружинистую поставлю. Так, разнос всех в хлам. Так, слушай, уже целая куча удобрений у меня, я могу их спокойно здесь тратить. Бамс. Так, уничтожили. Еще фасоль пружинистая. Так, по-моему, пора тратить нам удобрение с тобой. Тебе так не кажется? По-моему, пора. Так. Там у нас кто? Гаргантюашка идет, а? Так, срочно, ребята, в атаку. Будем с тобой бомбить чисто этими удобрениями. Все. Довольно легко и просто. Я, знаешь, что думаю? А не пройти ли нам еще разок? Так, нам выпал чертополох. 3 карточки. Ага, высокий орех и 2000 голды. Второй попытки мне почему-то, к сожалению, не дали. Я даже не врубился, почему. Просто написали «Continue» и все. И никуда меня не отправили. Так, мы с тобой получаем здесь награды. Так, конфеты, все дела. Кстати, нам нужно будет купить с тобой, наверное, немножечко мяты. Так, здесь у меня все пройдено. Ну, как понять все? Здесь недавно были ивенты новенькие. Я их прошел уже. Так, вот здесь можно заработать, да? Если мы получим с тобой 4, как говорится, 4 растения какие-нибудь, мы с тобой получим 5 гемов еще в карман. Также Пенни пурсует. Дай-ка я гляну, что у нас с тобой происходит на арене. В последнее время я тут почему-то проигрывал. Оу, так она закончилась, ребята. 25 гемов я зарабатываю, 5 конфет и 780 монет. Так, я не упал, нет? В плане. Я опять упал в бронзовую лигу? Да ну, серьезно, что ли? Это плохо, на самом деле. Так, ну что, смотри, я, ребята, заработал вот это вот все. Следующий у нас будет помидор. Опять же, 30 карточек. Мне кажется, если мы с тобой пройдем полностью все вот это испытание, да, то мы откроем с тобой, ну, как минимум 4 новых растения. 4 новых растения, это тоже неплохо, ребята. Так, 2 перчатки у меня есть. Я нахожусь на 5-м месте, как ты видишь. На 5-м месте. Но сезон только начался, поэтому, ребят, можно, в принципе, немножко бустануть. Тут, я думаю, ничего не поменяется. Играем мы немножечко специфическим образом, ну, по крайней мере, для меня. Я... Ох, слушай, ну тут-то можно разрулиться по-крупному. Так, если я, например, возьму... Ну, во-первых, я возьму мины, подсолнух. Так, мины, подсолнух. Плюс ко всему прочему, я здесь беру... Так, подожди-ка, мины, подсолнух. А, вишневую бомбу. Слушай, ну здесь можно уже не брать, наверное, халапеньо, да? Тут и так все замечательно. Единственное, что может нам пригодиться... Так, здесь буйволы... Нет, все-таки халапеньо я возьму. Потому что здесь будут буйволы, здесь они будут выбрасывать своих мелких зомбиков. Так, эти у нас пойдут, все под прикрытием. Ну, можно, например, еще взять нам... Да, вот это вот фасоль, хотя нет. Или да. Он тот меня раздражает, клоун. Хотя, подожди, на первом раунде его не будет. Согласись. Поехали, ребят, сейчас все у нас будет хорошо. А обычно я беру ромашки сюда. Да-да, те самые дикие ромашки.
Ну что, let's rock, погнали. Так. Давай. Так, у нас даже и этот будет, да? С супер атакой. Так, ладно, зомби мои бегут. Я выставляю сюда мину. Сюда мы с тобой вызовем фасоль. Ну и... Гаргантюа. Растительный гаргантюа, я их так называю. Не знаю почему, но вот так вот, ребят. Так, все очень будет хорошо, великолепно. Здесь вообще без проблем мы всех разнесем. Потому что все растения у нас, как говорится, под удобрениями. И никаких проблем вообще не будет. Давай еще поставим сюда мин картофельных. Фасоль. Так, давай, следующий выходи. Здесь можно вот так вот сделать. Без проблем. Так, где у нас эти? Сейчас побегут. Вон они, уже появились. Уже появились. Так, ну-ка давай-ка вызовем с тобой гаргантюа. Ну, куда ты там приземлился? Думаешь, ты пройдешь? Я в этом сомневаюсь очень сильно. Бамс. Просто всех уничтожаем. Так, мы, ребят, главное нам не сфейлиться. 79 тысяч пока ведем счет в нашу сторону. Так. Ах ты жук навозный, смотри-ка. Бежит, бежит. А если я вот так вот сделаю, что ты на это скажешь, парень, а? Ничего, я так и понял. Давай, гаргантюа, вперед, беги. Ты бы мог бы не то что бить своей, я не знаю, там чем, а мог бы просто их раздавить. Ну, клоунада тут пришла. На, ешь. Тебе полезно будет. Ну, ребят, сами понимаете, когда у тебя есть все растения с удобрением, тут вообще по прохождению никаких проблем. Абсолютно никаких. Просто вот так вот вызываешь со всех сторон. Вот эти вот гаргантюа наших, и они идут. Просто всех валят. Ага. Опасно. Ребята, вот здесь опасно. Так, что мне нужно сделать? Мне нужна вишня. Или мина. Давай вот так с тобой сделаем. Упс. Куда ты разогнался-то, а? Да ну, хорош. Так, тебе что, мало что ли? Я не могу понять. Смотри, что творит, а? Давай так. Опа! А у нас гаргантюа вышел, но не дошел. Так, победили, да, победили мы с тобой. Со счетом 200 тысяч. Считай, на соточку мы опередили нашего оппонента. Получаем с тобой еще одну перчатку. И у меня, по-моему, было две, да? То есть мы с тобой можем еще три раза сыграть здесь. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста, счет. Два раза. На каком я там месте-то нахожусь? На седьмом. Ну, поехали еще разок. Правда, уже без удобрений, да? Кенши. По-моему, кенши я уже встречал, и причем не один раз. Но у меня есть другие растения, уже, как говорится, свои. Так, опять, что ли, я могу? Хорошо, давай возьмем так. Дальше кого? Мину. Вот, ребята, я обычно через вот эти вот цветочки играю. И довольно неплохо получается. Они и станят, и урон неплохой наносят. Ну, а раз такая пляска у нас пошла... Нормуль? Я думаю, хорошо, да? Поехали. Так, сразу же в атаку, сразу же. Так, вызываем с собой подсолнухи. Нет, пока мы не будем с тобой вызывать эти растения, ни к чему. Элементарно будем вызывать с тобой просто вот эти вот фасолины. Ну и, конечно же, наши мины. Теперь уже можно... Нет, не буду. Пока не хочу. Так, что у нас там? Медленные-медленные зомбари идут. Давай вот сюда поставим. А вот эту, ребята, я хочу дорожку всю, наверное, усыпать подсолнухами.
получится, надеюсь, у меня это все дело, да? Так, сделаем. Так, вишневую пока не будем тратить, наверное, с тобой, да? Она нам пригодится. Забираем энергию. Так. Сюда бросим фасоль. Этих, наверное, мы можем просто взорвать здесь на изи. Вот таким вот образом. Самые бесявые это здесь, ребята, буйволы. Зомби на буйволах. Вот они меня раздражают. Они перепрыгивают и начинается тут кутерьма. Так, мы с тобой проигрываем, кстати, пока по очкам. Вот что я хочу сказать. Что-то мне этот расклад не очень нравится. Так, да-да, проигрываем пока. Нам нужно это преимущество с тобой вернуть. Не хотелось бы, да? У нас растение под удобрением, мы еще с тобой тут фейдиться будем. Давай. Кто там у нас? Клоуны, шуты всякие, гороховые, да, идут? Это все, наверное, будем взрывать с тобой. Так, ну что, вызываем с тобой Гаргантюа. Да, блин, все равно почему-то проигрываем, а? Ну, давай я вот так вот сделаю, фиксно. Здесь вот так бомбанем. Пока лидируем, пока, ребята. Я вот так вот сделаем еще. Взрывы, все, что нужно. Так, 154. Ну, куда ты? Вот оно, куда? Ты же знаешь, жук. Блин, вот это плохо, ребят. Че он тут, смотри. Идет, поедает, понимаешь, мои растения. На тебе фасолину. Все, поплохело тебе, парень? Поплохело. Так, давай вот здесь, наверное, сделаем таким вот образом. Вот здесь вот. Опачки. Гаргантюа, выходи. Так, 159. Да, мы пока лидируем, ребят. Пока мы лидируем и выигрываем. На 30 тысяч очков мы с тобой опередили нашего оппонента. И получаем 4 конфетки. Но конфетки меня не интересуют. Мне больше нужно, конечно же, пиньят. Я хочу пиньят зарабатывать. Кстати, за это время я еще улучшил пару растений. Это у меня кукуруза, по-моему, улучшилась. И еще кто-то. Сейчас и не припомнишь. Так, ну что, еще одна перчатка у нас есть. Поехали. А дальше я не знаю, что делать. Может быть, бесконечный уровень поиграть? Так, ну что, опять у нас все под удобрениями. А почему так происходит, друзья мои, я не могу понять. Все под удобрениями. Раньше один раз всего лишь давали, да? А тут смотри-ка. Прям какая-то щедрость. Слушай, так я ведь могу взять, наверное, и своих ромашек, да? Они тоже будут неплохо бомбить. В принципе, все, что нужно, у меня есть. Поехали. Можно было бы, кстати, гипногрипп сюда взять. Тоже было бы неплохо. Так, ну что, понеслась. Душа в рай. Давай. Так, вызываем. И пошел этот травяной гаргантюа на разборке. Просто на разборочке побежал. Так, выставляем здесь, сюда. И этот ряд, наверное, подсолнухами с тобой засыпем. Ой, подсолнухами. Ну да, подсолнухами надо было. Да ладно, фиг с ним, ребят. Что ромашки, что подсолнухи, все будет четенько. Главное побольше мин ставить. В этом весь залог успеха. Давай сюда влепим. Слушай, а вот этот вот яд, который летит, который их станет, он просто станет или он им наносит еще и урон при этом? Интересный вопрос. Так, ну что, кто-нибудь там есть? Нету никого? Тогда продолжаем травить этих зомби. Давай сюда. Сюда выставим. Так, подсолнух можно, в принципе, вот сюда влепить один. Оу, сейчас тут будет вообще заваруха. Они даже ничего не успеют здесь сделать.
Смотри, просто они будут вечно стоять в стане. Эти цветочки им не дадут вообще шанса даже шелохнуться. А мы еще и мины сюда влепим. И еще посадим, да? Плюс можем вызвать с собой гаргантюа гигантского. Сюда вот. Опа, на. Отлично. Можем вот так вот халапеньо применить. Да, тут жестко у нас получается. Смотри. Жестче некуда. Трындец какой-то. Враг, наверное, просто в шоке, эти зомби. Куда мы, говорит, пришли? На какой огород? Да ну нафиг, надо сваливать. Просто трындец. Вот сюда еще мину. Так, подожди-ка, вон того надо уничтожить. Ну-ка, давай-ка пшикнем. Все, нет. Давай еще разок. Я еще сюда вот мину влеплю. Слушай, ну неплохо у нас с тобой преимущество. По очкам, ты видишь, да? 250 тысяч. 270. То есть на 100 тысяч. Да, мы опередили. Или даже на 200. Даже почти на 200. Ну, скажем так, на 150. Так, и мы с тобой зарабатываем пиньяту. И что же нам здесь выпадет? Оу, 10. Значит, мне остается еще 60 найти. Ух, какой милашка. Солнечный томат? Слушай, он случайно не энергию вырабатывает ли? А? Этот солнечный томат. Очень прикольно. Ну что же, повоевали. Рекламу нам посмотреть не дадут. А что тогда нам сделать? В Пенни там что-нибудь поменялось или нет? Или все тот же самый режим стоит? Оу, друзья мои, в Пенни у нас что-то новенькое. Да, хотелось бы мне, конечно, тут поиграть. 5 Арсений. Поехали, я посмотрю, ребят, что у нас здесь будет. Если не справлюсь, перейду на первый уровень. Ну давай, 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 хорош. На выборы или как? Оу, тихо. Давай защиту с тобой возьмем. Твою ж налево, серьезно, что ли? Блин, горелый. Ну что, возьму, наверное, фасольку отталкивающую, да? А возьму мину. Возьму наши цветочки здесь. Так, гаргантюа. Блин. Что делать, кукурузу ставить, что ли? Или орех? Не знаю, друзья мои, попробуем так, как у нас есть. Ё-моё, блин, я забыл взять подсолнух. Да чтоб тебе, а? Я забыл взять подсолнух. Трындец. Вот это я сглупил. Ну и что я тут сделаю? Что я тут сделаю без солнечной энергии? Вот ты мне объясни. Да ничего. Ладно. Будем выживать как можем. Как можем, блин. А чё вы не бьете-то, эй? Вот, давай, так вот. Что? Это кто? Это кто еще такой? Эй, 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 парень! Чё там, бра... Что он там делает? Ты давай-ка завязывай это со своими фокусами. Фига ты, молоток какой, а? Сделал с какой-то статуей. Такого я еще не видел, кстати. Зомби, это какой-то новый, на самом деле, зомбарь. Доселе мне не встречался он. Как его бить-то, эй? Че, я не могу понять, как его уничтожать? Так, нам нужно с тобой продержаться время, да, определенное количество. Что-то какой-то... А, мы его побили, да? Мы его побили. Он опять идет сюда. Так, подожди, этот ушел, а этот пришел. Да что... Что он там делает? Он бросает свою ерунду, превращает мои мины в какие-то, блин... Я не знаю, как даже назвать-то. Какие-то блюда.
Ну если я поставлю сюда мину прям под него, я вообще могу его взорвать или еще что-нибудь сделать? Да. Нет, ребят, не могу его почему-то взорвать. Это бессмертный, что ли? Эй, хороший тут еще кувшины бросать свои. Упс. Слушай, это какой-то как император, да, смотри, на колонии стоит. Вот жучара. 34 секунды нам с тобой продержаться осталось. Этого чувачка впору делать боссом какого-то уровня, да? Больше смахивает именно на то. Так, давайте, 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 давайте мои ягодки, чернички. Ну, опять он пришел, а? У меня просто нету больше солнечной энергии, понимаешь? Я ничего не могу здесь сделать. Упс. Упс. Там идет Гаргантюа, ты видишь. Как мне его бомбануть? Оу. Все, ребят, я выиграл. С горем пополам, по времени, короче. Ну что же, опа. Левел ап получил, да, у нас. Я не знаю, что это означает, ребята. По-моему, стоп-зомби. То есть, чтобы зомби не могли пройти. Ну-ка, давай мне награду. Давай, 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 награду, не жмись. Так, здесь получаем, наверное, 5 гемов, да? Да, 5 гемов. И тут сколько? Тоже 5. 43, отлично. 43 гема. Так, секундочку, что же я хотел сделать? Давай-ка зайдем с тобой в магазин, кое-что глянем. Что мы тут с собой можем приобрести бесплатно? Так, мы можем купить мяту. Можем взять... неплохо. Дай-ка я приобрету этот костюмчик. Мелкий грибок у нас с рожками. Такой маленький викинг получается, да? Здесь, слушай, наверное, не буду тратить. Пока не буду тратить на костюм. А вот здесь, здесь потрачу 25 этих, как говорится, конфет. Вот она мята. И того 50 у меня становится, да? Еще два раза по 25, и мы с тобой сможем поднять уровень. Окей, отлично. Так, и хотел я еще, знаешь что, заглянуть к себе на огород. Посмотреть, какие у меня там растения уже использованы и какие можно будет еще брать. Так, смотри, у нас с тобой есть чертополох, да, под удобрением. Капуста, орех, лук. Ага. Так, полей, полей. Да не ты, Жужу, а ты иди сюда. Ты что, вот. Делай дело. Так, давай с тобой поднимем этот, как говорится, древний орех. Ну что, думаю, пора посмотреть, что у нас там еще в пенни творится. Какой там следующий уровень? 4 гема. Блин, хотелось бы, конечно, получить это, но уровень сложности 3 перчика вряд ли я потяну. Вряд ли я потяну. Ну давай попробуем. Просто хочется посмотреть, что здесь будет. Главное не лопухнуться, чтобы не забыть взять подсолнух. А то уже чуданул здесь. Так, выживи 3 минуты, понял? Давай. Подожди-ка, подожди-ка, а почему он у меня первого уровня? Он же у меня... А, каждый сезон все заново надо прокачивать. Понятно. Так, ну что, мы с вами в темных временах. Опять эти там... Опа. Что это за точки? Я помню, он, по-моему, бьет электричеством, да? Ну хорош. Блин, тут еще и удобряшки, как ты видишь, для зомби. Так, а ты у нас, я забыл, что делаешь. Это, по-моему, мина, да? Так, гипногриб, давай. Черника очень долго, конечно, созревает для того, чтобы сделать свою молнию эту. Но когда делает... Все очень даже круто получается. Окей, предположим. Что вот она делает, смотри. Бьет током. М-да. Так, секундочку, что там у нас? Там, по-моему, мне показалось, что был колдун. Блин,
Черника, ну выручай давай быстрее. Господи, да ты бомби не этих слабых. Оу. А вот этих вот мощных. На, ешь. Вали обратно. Так, враг подкрадывается. Как-то слабо у тебя получается, а? Черника, выпускай тучи свои. Я тучи разведу руками, да? Ну, нормуль. Что-то сложновато. Сложновато пошло дело. Слушай, пошли отсюда, а? Еще будут мне тут съедать мои ягодки. Не позволю. Сколько нам еще? Минута. Еще минуту нам с тобой нужно выживать здесь. Да ну, хорош. Что так много-то вас сразу поперло-то? Эй! Чурбаны! Черника не справляется, друзья мои. Не справляется. Так, гипногрипп. Вот жрите давайте ягоды, так уж и быть. Придется, наверное, истратить. Ё-моёшечки. Да. Уровень сложности, ребят, какой-то мощный для меня. Так, там маг, что ли, у нас где-то? Вон он. Вон он превращает моих ягодок в овец. Твою ж налево. Да вот, поджарили, слава богу. Давай сюда поставим. Не, не справляется. Вот это растение что-то мне не очень понравилось, если честно. Какое-то оно бьет молнией, но... 4 гема заработал. Так, второй уровень, да? Вот, второй уровень мы с вами получили этого щита. Ну и переходим с тобой на следующее испытание. Так, что у нас тут? Хотелось бы посмотреть. Опачки. Еще 5 карточек. Давай попробуем. Давай. Мы все равно с тобой ничего не теряем, только лишь деньги. Деньги, да, конечно, я тут лихо разбазариваю. Ой, блин, 3 в ряд. 3 в ряд. Твою же налево, сейчас начнется, друзья мои. Трешак. Поехали. Надо все это быстро сделать, пока нет наплыва особого зомбарей. Давай сюда. Так, еще начинаешь путаться, когда они начинают все бомбить, стрелять. Оу, тут еще и... Так, вот сюда, наверное, поставим. Дальше здесь. Так, капуста, фигуста. Я начинаю опять теряться, ребят. Ага. Нашел лазеечку. Так, погоди. Да чтоб тебя, блин, потерял, ребята. А, вот. Здесь можно, да, сделать. Так, с капустой пока не вариант. Да, блин, хоть что-нибудь дайте обмен. Так, давай сюда вот поставим. И сюда. Пошло, 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 пошло дело. Так, выискиваем здесь. Что-то там одни, по-моему, курицы кудачут. Я просто, ребят, не смотрю туда. Но я прекрасно слышу. О, так, энергию, энергию, энергию. Может быть, нам с тобой вот так вот сделать лучше, а? Так будет, наверное, поэффективнее. Давай капусту сюда. А здесь вот так сделаем. Ага, здесь капуста. Там жесть какая-то творит, ты посмотри. Они меня просто, ребят, прижимают. Просто прижимают, прижучивают, так сказать. Электрокамыш, конечно, бомбит своими этими электричеством, но он, по-моему, там не справляется. А я не могу хорошенько глянуть, что мне там нужно. Я знаю, что мне еще очень много тут драться с ними. Так, положим сюда, поставим. Сюда. Вау, хорошо сейчас было бомбанул. Эй-эй-эй-эй! У меня же, ребята, что-то залагало, игра. Ты что там творится? Вы серьезно? Это что такое, эй? Офигеть.
И как? Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Нет, ну ты извини меня, это какой-то трэш. У меня их там столько было, что у меня просто игра залагала, заглючила. Офигеть. Жестко. Ну давай хотя бы, я не знаю, может быть, первый хотя бы уровень пройдем. Ну, первый всегда должен быть простеньким. Да. Там надо было действительно побольше электрических брать. Так, ну что тут у нас? Может быть, не надо брать этот щит? Нет, надо. Чего ты? А, плей. Ну, понеслась. Так, давай. Ага, подожди-ка, тут у нас поменялось все. Здесь соединим. Так, орехи. Подожди, дальше что? Опять? Закудахтали там, а? Кудахчут, ё-моё. Все это отвлекает, когда они начинают именно бросать. Так, а если, например, эндуриона поставлю сюда? Ну и что это мне дало? Какую-нибудь комбинацию кто-нибудь видит? Я ничего не вижу лично. Так, ладно, поменяем. Дальше вот здесь вот, наверное, сделаем, да? Таким вот образом. Капуста. А дальше у нас кто-нибудь или что-нибудь есть? Ага, вот здесь можно соединить. Так, дальше кто? Электрокамыш. Электрокамыш лучше не трогать. Мне кажется, его нужно оставлять. Потому что иначе тут этих куриц будет просто тьма тьмущая. И мы опять можем с тобой сфейлиться, да? Так, эндуриона соединили. Тут капусту объединим. Так, дальше сделаем вот таким вот образом. Так, кого тут еще можно объединить? Я не вижу пока. А, вот. Окей. Электрокамыш. Это все вот здесь вот, наверное, объединяем. А, дальше что? Капуста на месте. Это все на месте. Ничего не вижу, ребят. Обновляем. Электрокамыш. Грибы. Давай эндурия на этого объединим. Так, здесь можно так сделать. А дальше что? Камыш объединяем. Так, неплохо. Хорошо бомбанули. Здесь капусту соединим. И что? Вот тут можно, да? А дальше-то? Здесь камыши. Нормуль. Так, объединяем капусту. А здесь тоже капуста пойдет. И все. А, нет, вот, ребята, здесь можно с тобой соединить. Так же, как и горохострела. Давай, мелкий гриб, объединяйся. Так, здесь вот так сделаем. Электрокамыш нам трогать не надо. Капусту объединим. Так, что у нас тут? Еще что-то наклевывается, а? Наклевывается. Вот таким вот образом. Сколько там еще? Блин, еще дофига нам соединять с тобой. Давай здесь сделаем. Тут. И вот тут. Так, эндурин, иди сюда. Так, дальше что у нас тут идет? Здесь мы с тобой сможем поменять. Вот тут обменочку сделаем небольшую. Так, электрокамыш сюда. Грибочки так вот пойдут у нас. Опачки, нормуль. Капусточки объединяются. Так, камыши. И что еще? Пока я больше ничего не вижу. Хм. А что я могу еще тут объединить? Пока нету ничего, да, получается. Камыши, это все в тишине. Так, давай, наверное, поменяем. Вот здесь вот уже можно что-то намутить. Так, камыши. Камыши тут вообще не при делах, да, получается.
Капусту можем, да. Вполне. Так, здесь поменять. Вот так, еще капуста пошла. Так, дуриан объединяется. А далее. Здесь капусту, да? Горохострел. Так, здесь мы объединяем электрокамыш. И вот тут. Блин, мы только половину, ребят, с вами прошли. Тут еще надо 80 комбинаций сделать. Офигеть. Ладно, давай. Ничего не поделаешь, надо что-то соединять, объединять и получать. Давай-ка я капусту, наверное. Ой, капусту. Арбуз. У них, по крайней мере, массовая атака. Давай здесь объединим. Тут. Эндуриан, давай, представляйся. Что-то мне арбузы теперь перед глазами мелькают. Сюда объединим. Дальше у нас вот тут пойдет. Давай, 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 давай. Так, здесь тоже соединим. Электрокамыш. Ну, здесь они, по крайней мере, не успевают, да? Идут еле-еле. А вот на том уровне... Оу, сейчас будет бомбическая сила. Офигеть, раскромсон такой сделали. Так, тут объединяем. Сколько нам еще осталось? 40, да, грубо говоря? 40 комбинаций. Давай сюда вот влепим. Арбуз, да объединяйся ты, господи. Стоит там, дергается. Так, эндуриан. Воу-воу-воу-воу-воу, пошло дело. Давай грибок объединим. И здесь. Замечательно. Так, горохострел. Тут тоже с тобой поменяем. Зачем я их объединил? Ничего от этого не получилось, да? Воу, как там жаривают. Так, подожди-ка. Потерялся немножко вот тут вот. Сделаем. Так, сколько еще? Ну, еще 30 комбинаций получается. Так грубо, да? 30 комбинаций. Вот сейчас, в данный момент, нам остается 30 комбинаций. Так, поехали. Здесь объединили. Так, тут у нас пока ничего не светит. Вот тут вот неплохо. И вот здесь. Так, эндуриана соединяем. Так, арбузы у нас... Во, вот здесь вот. Ну и все. Да, наверное. Сколько там сам? Ах ты, елки-палки. Еще 20 комбинаций. Еще 20 комбинаций нам нужно сделать. Что-то они там приутихли, да? Их меньше стало, по-моему, в разы. Ну-ка. Так, так, сделаем. Подожди, не так немножко хотел сделать. Ладно, фиг с ним. Что сделано, то сделано. Так, еще 10 комбинаций, и все, ребят. И победа будет за нами. Ну, конечно, когда мы с тобой играли во втором... Я даже не представляю, что будет в третьем этапе, если ты будешь играть в него. Сколько там будет этих зомби идти с курицами. Так, ты видишь, какой комбинус? Я вижу. И тут тоже вижу. Так, давай сюда. Все, да? Последняя комбинация, последние две. Раз и... Так, 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 вот она. Все, ребят, выиграли с тобой 1000 монет. И получаем уровень. Это у нас картофельная мина. До уровня 2 мы с тобой пропали. Так, а энергия-то у нас еще есть? Мы можем с тобой? Есть. Мы можем с тобой глянуть вот сюда. Блин, хочу пройти 15. Мы могли бы даже вот просто за эти испытания получить с тобой, да? Но надо проверить, ребят, на первом уровне. Потому что мы так с тобой и прощупаем, как говорится, и получим награду. А так мы можем просто прощупать и ничего не получить. Просто сфейлиться, вот и все. Так, ага, выживите 3 минуты. Твою ж налево, а. Ну ладно, попробую прожить 3 минуты. Red Stinger начинает у нас тут бомбить. Так, а вот это что за... И что? А что он делает-то? Что это сейчас было? Объясни мне.
Ух ты. Воу-воу-воу-воу-воу, опять этот шитик идет, смотри. Сейчас будет бросать свои бутылки, да, я так понимаю. Если мы его сдуем, к примеру. Он что, могилу ест? Или что он делает? Я не понимаю, если честно. Или он так атакует? Эй, хорош, он бросает, ребята, и превращает мои растения в какое-то блюдо, понимаешь? В блюдо непонятное. Так, здесь сдули. Здесь у нас 2 цитрона бомбят, что-то не справляются как-то. Бомбят, но не справляются, да? Ага. Так вот выставим с тобой этих призраков. Пускай они там пугают. Что ты там, короля вызвал, да? Нет, королю здесь не рады мы. Сдули мы этого короля, по-моему. Так, опять этот пришел, холоп. Ну давай. Так, слишком тут их много. Давай, цитрон. Чин-чин-чин-чин. Всех разнес. Молодец, красавчик. Этих сдуваем куда подальше. Выставляем призрака этого. Так, идут, друзья мои, идут гаргантюа. Так, подожди-ка, что нам сделать? Давай вот так, наверное, бомбанем. Отлично. В хлам разнесли. Что-то их тут как-то многовато, по-моему. Мне кажется, что многовато. Да нет, мне не кажется, это действительно много. Там еще и король вон там сидит. Надо его уничтожить, где он? Вот здесь, на этой линии, да? Сдул их. И опять этот идет. Охламон. Блин, я хотел призрака поставить, а здесь уже могилка. Да иди ты, замедлим его. Ну, стингры неплохо бомбят. Смотри, пытаются, стараются. Мне это нравится. Так, тихо, тихо, тихо. Вот здесь надо сдуть. Слишком много их тут уже накопилось. Призраки, давайте, давайте, давайте. А что призрак делает под ультой, интересно, не знаю. Ну, стал гигантским просто и все. Эй-э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 й, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, смотри, посмотри, что, блин, происходит, эй. Что у вас так много-то гадов, а? Да, друзья мои, я выжил, но я боюсь даже представить, что будет на втором уровне, да, этой сложности, или на третьем уровне сложности, там вообще, наверное, просто порвут и выкинут. Ну, а тут у нас что? О, слушай, прикольно. Но это я буду, наверное, уже, друзья мои, в следующей серии снимать, потому что у меня энергии уже нету. Ивенты задания все выполнено пока. Да? Да. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.